ты шо, какую комнату нам подогнали. Вместо обычного номера, короче, дали VIP номер. Ништяк, на халяву. Короче, статус нас чекинят. Вообще бомба. В китайском стиле. И тут, короче, есть вот такая вот доска с фотографиями. Сиракуза. Нашли вот такую статую интересную. Посмотрели, что написано. Написано Архимед. Я, короче, залез в Google и прочитал, что большую часть жизни Архимед провел именно на Сицилии, в городе Сиракузы. И мы сейчас находимся как раз в этом городе. И вот он, памятник Архимеду. Короче, нашли кучу магнитосов. Ты так не пугай. Короче, вызвал вопрос, что значит вот этот вот символ. Оказывается, это просто символ Сицилии. Вот такая вот эмблемка. Магнитики стоят 1 евро. Тут реально дохрена магнитов, вообще круто. Рыбки тут над головой. Вау, рыбка. Вот эта карта Сиракуз. Вот они находятся здесь, на острове Сицилия. И мы сейчас исследуем вот этот вот пятачок. Здесь прикольно, куча ресторанов, музычка, движуха. Вот такой вот костел находится. Луна, кстати, завтра будет полнолуние. Вон, луну видно отсюда. Воздух влажный, тепло. Народ веселится. Мы гуляем. Прикольненько здесь. Дружелюбно. Сицилийская кошка. Пятый день, мы находимся все еще в Сиракузах. Решили посетить музей Архимеда. И вот здесь вот такие вот интересные строения, постройки. Римский амфитеатр, который реставрируют. И вот такие вот маленькие пещерки. Судя по строениям, там когда-то жили человеки. Вот она, пещера. Короче, на фотографии она кажется маленькой, но в реальности пещера огромная. Я, честно говоря, даже не ожидал. Сейчас мы зайдем в одну пещеру, а потом пойдем вот туда, вот посмотрим, что там.
искусственная пещера. Ни хрена себе! Вот это крутяк! Так, я сменил угол камеры на супер фишай. Вот такая вот пещера громадная. Вот какая маленькая ясмина и какая громадная пещера. Короче, пещера огромная. Вот сейчас мы тут еще посмотрим парочку пещер, но туда нельзя зайти. Там ограждено. Короче, мы пробрались внутрь закрытой пещеры. И здесь вообще просто ништяк. Там, короче, вода. Вот такие вот скалы, короче, висят. Вообще без понятия, что это такое. Как будто была стена. И стену разрушили. Мох на крыше. Moi aussi, du sport. Non, moi c'est que ça, tu vois. C'est seulement quand c'est le pire. Так, сейчас остановились в катании. В первой точке нашего путешествия. Наконец-то добрались. Город пока непонятный. Маленькие улицы. До хренища машин. Все припарковано. Нашли вот здесь вот один паркинг. Сейчас по плану еда. Флага итальяно. Вулкано. Итальяно. Дворец бракосочетания.
Там дальше слон стоит разноцветный. Гимназия. Такая вот маленькая площадь. Слон. Римский театр. Центральная площадь. Походу слон это какой-то символ тут. Куча полицаев. Вот такие туры нам предложили. Но мы решили турами не пользоваться, а решили сами пойти на вулкан. Все, садимся в тачку и едем дальше. В центре Катани трафик просто вообще сумасшедший. Дороги плюс еще плиткой выложены. И машина прыгает как мячик. Мы еще узнавали за экскурсию на вулкан Этна. И там сказали, что сейчас происходит активность на вулкане. И поэтому можно подойти только на расстоянии 300 метров. Но сказали, что этого хватит, чтобы увидеть кратер и увидеть лаву. И мы смотрели температуру. Сейчас на вершине Этны, высота которой 3000 метров, температура там 10 градусов. Так что здесь в городе сейчас под 40°. Плюс еще от асфальта отдает жара. А на Этне 10. Вот такой вот контраст. Но это уже будет завтра. Сегодня мы едем еще в город Савока. Там, где снимался фильм Godfathers или Крестные отцы. Вот она, церковь из фильма «Крестный отец», там, где они женились. Ну, блин, ни хрена не видно, потому что мы приехали очень поздно из-за проблем, возникших с отелем. Да, нихуя не видно. Parce que je me rappelle que c'était comme ça. Peut-être. Гуляем по ночной Савоке. Тут тихо. Правда, все закрывается после 10. Мы хотели в ресторанчике посидеть. Знаменитой этой таверне из «Крестного отца» из фильма. Но она, короче, была закрыта. И там вдалеке, сейчас хреново видно, но там виднеется уже всплески вулкана. Вот, мы на вулкан поедем завтра. А сегодня вот решили по ночной Савоке походить. Тут прикольно, есть тут свой шарм. Плюс еще полнолуние. В принципе, нормально все видно. Камера, конечно, не передаст всего восприятия. Но поверьте, тут круто. Сюда, я бы сказал, стоит заехать. Даже ресторан еще один открыт. Лучше, конечно, ехать днем, когда вся панорама видна. Сейчас, конечно, кроме луны и огней города, ничего не видно. Вы ели вулкан.
ни хрена не видно. Короче, это бар Вителли. Сейчас покажу его поближе. Да, вот он этот барчик. Столики. Вот тоже из фильма знаменитая лестница. Но я фильм не смотрел, только может какие-то отрывки. Надо будет пересмотреть все части. Да? Да. Вот тут такая вот голова есть. Анта Лючия.